снова IKEA. Мы приехали опять. Всем привет, доброе утро. Доброе утро. С самого утра. 9 часов утра приехали в IKEA, потому что вчера мы не успели, было закрыто. И пока дети все в школе, в садике, мы приехали. У нас есть 2 часика походить, погулять, посмотреть, найти что-то, то, что нам нужно. Время ровно 9 часов, приехали в 9. Мы там уже немножечко набрали кое-что. Ищем мебель. Или вот что-то. Вот такое вот я смотрела в интернете. Но оно коротковатое получается. Нужно хотя бы, чтобы метр был. Взяла вот такие кактусики. Симпатичные. Стульчики нам нужны. Стульчики. Мне вот такие вот стульчики нравятся. Но на них сидушку надо мягкую. Отдельно покупать. Это как наш стол. Да, стульчики, цены такие. Ух. Может, вот такую скамейку нам сразу взять и все поместятся. На скамейке вся семья поместится. Раньше были скамейки, как наш стол, но уже нет. Подушечки. Корзинка. Для грязного белья. Вот как у Маргариты столик. Закончили наш поход по магазину. В итоге мебель я сегодня не купила. Поедем еще завтра, съездим. Но сегодня мы купили такое по мелочам. Мебель ничего не брали. Вот. И завтра уже поедем уже за мебелью. Мебель, которую я хотела в коридор, я не нашла. Поэтому придется поехать. Еще встретили знакомых. Стали с ними болтать. В общем, не сосредотачиваешься, когда с кем-то идешь. И ты забываешь то, что тебе нужно, и невнимательно смотришь. В общем, сейчас домой приедем. Я уже не стала в магазине снимать. Но домой приедем, покажу, что я взяла. Ковер я не нашла, который вот, что прям мне понравился. Мы сегодня с Максом идем гулять, потому что в субботу папа работает. Мы не сможем в субботу поехать никуда. Ему повезло, ему не придется ждать еще 2 дня. Семиша, ты после спорта. У них сегодня спорт-день. Еще в обед. Спортивный день, у них сегодня только... У вас целый день спорт, что ли, только что ли? Да. Ничего себе. И нахуй так тест, и потом опять спорт. Да, ждем Макса. Идем домой. Папа за Каролиной поехал. Я себе купила новую сковородку. Попробовать. Зачем? Ну вот, захотела. Моя уже не нравится. Мне уже покрытие там плохое стало. Поэтому. Это хорошая сковородка. Но она уже пригорает. Уже вот здесь пригорает. Покрытие уже плохое. Тяжелая. Она прям вся металлическая. Покажи. Помыть надо. Ах ты! Ну что, пока у меня есть время, я быстренько покажу часть того, что я купила. На кухне, например, купила вот такие вот баночки стеклянные. Сюда я планирую, скорее всего, либо мед наливать, либо варенье. Здесь 3 штуки. И они как раз, знаете, так красиво тоже на стол поставить, чтобы они стояли. Вот. Вот такую вот чашку деревянную. Ну, под фрукты. Что еще сюда можно? Только фрукты на стол. Такие вот еще стеклянные баночки, это для специй. Соль, перец. Вот, 4 штуки здесь. Так, это пакеты. Здесь целых, так, по-моему, 50 штук должно быть, да. 25 больших и 25 маленьких. Я вот такие вот бутылочки взяла, они пластмассовые, не стеклянные. Вот, и в школу Ксюше и Максу, потому что Макс свою поломал. И Ксюша свою потеряла вроде. Заварной чайник для заварки у меня не было, я все заварила всегда пакетиками. Теперь у меня вот есть заварной такой стеклянный чайничек. Купила вот такие вазочки. Я на самом деле, я думала, что она побольше, когда я смотрела на сайте, подойдет. И вот такая вот ваза мне тоже понравилась. Такая вазочка. Кухонные салфетки. Здесь 4 штуки. Такие вот салфетки. Да, вот соломенная корзинка, она предназначена для салфеток. Салфетки. Где у меня салфетки? Все. И так вот они красивенько, аккуратненько лежат. Вот такие вот подставки для телефона. Например, вот так вот поставил, все, он стоит. Либо вот так. Как удобно. Готовить, смотреть. Еще вот такой вот контейнер. Был такой маленький тоже. Но мы не нашли. Пришлось взять вот такой вот большой.
это крышка. Это нижняя часть, можно использовать отдельно. И нижнюю, и крышку можно закрывать на стол. Такая вот длинная посередине стелет. Такая вот подстилочка. И вот эти вот подстилки еще. Старые выбросила, они у нас уже тоже все расплелись, поползли. И они тканевые, их можно стирать. Я купила 12 штук. Например, постелить 6, если испачкаются, сразу в стирку, и другие 6, если какие-то испачкались, я на замену могу сразу постелить. Вот, 12 штучек. Давно я искала себе хлебницу. Все время хлебушек я складываю на блюдце, а теперь вот такая вот хлебница. Сюда можно салфетку сверху положить, вот так вот, и сверху можно хлебушек. И еще купила один графин, потому что у меня было два. Вот один, который я покупала, а другой разбила Ксюша. Я еще один докупила. До 5. Да. Все. Я приду, наверное. На автобусе. Пол 6. А в 5 часов не ездит автобус? Да, ну пол 6. Будешь ждать? Да. Мама. Угу. Если что, звони, хорошо? Мама, у меня это полностью. Зачем ты это? Что, курить нельзя? Хорошо. Я хочу. Пониже. Да, вот так. А то здесь она, видишь, сужается, поэтому она ровно не наклеится. А вот она! Ну вот, как-то так вот я себе это представляю. Купила я еще 2 картины. Получилось так, что я купила 2 одинаковые. Я подумала, вот они вот лежали вот так. Сверху. Вот так вот лошадка была и цветочек. Я взяла 2. Так. В общем, я подумала, что это разные. И взяла эту и эту. На самом деле это цветок и лошадка. Только вот здесь лошадка, а здесь цветок. Вот я и взяла 2 одинаковые получилось. Вот так вот. Ну ничего. В общем, это 2 постера. Нужно купить теперь рамку. 30x40, по-моему. Да, 30x40. Вот. И повесить куда-нибудь. Либо в коридор, либо Маргарите отдам. Она повесит себе тоже. Взяла еще 2 набора фломастеров. Они были недорогие. Они у нас очень быстро заканчиваются. Дети часто рисуют, поэтому взяла 2 упаковочки. Я взяла вот такие вот кактусы. Очень мне понравились. Куда я поставлю, пока не знаю. Так, дальше. Перчатки я себе купила. Простые перчатки. Резиновые. По-моему, 2 штуки. Да. 2 штучки. Одни в туалет, другие на кухне. Как они называются? Ну, в общем, для стульев, для ножек, чтобы они не царапать пол. Это подстаканники. Такие вот. Здесь 2 штуки. Подстаканчик. Зонтик я взяла. Представляете, зонтика у нас нет. В Швейцарии без зонтика нельзя. Просто... Поэтому я как увидела, я сразу взяла, думаю, надо взять обязательно. Так, вот такая вот щетка. Давно я искала, чтобы мыть, чтобы не всегда руками. Дальше контейнеры. Целых 4 штуки. Они мне очень понравились. Очень удобные для хранения. И макароны, и крупы, и все, что хотите. Сахар, мука, все-все-все. Я взяла пока что 4 штуки. Потом посмотрю, что мне нужно будет у них пересыпать. Целую упаковку взяла салфеток белых. Вот. Такие вот стаканчики, упаковку. Здесь 6 штук, потому что мы уже, считай, почти половину побили. Купила вот такую вот вазочку. Она мне понравилась очень. Либо, не знаю, под варенье, под сахар или под конфетки. Ну, конфетки, скорее всего, нет, иначе они тут... Долго не пролежат, поэтому я думаю под сахар, знаете, так красиво на стол ставить. Досточка моя уже вышла, в общем, из строя, срок годности закончился, вся она уже поцарапанная, порезанная. Вот это вот очень классная штука, я показывала во влоге, помните, наверное, кто смотрел, тройные. Здесь 3 корзинки, вот такая вот маленькая, средняя и большая. Я не знаю, что я там буду хранить, но, в общем, обязательно найду. Куда я ее поставлю, тоже пока не знаю, ну ладно. Вот эту штуку я очень давно уже хотела. Для пирогов сладких, мясных, овощных, всяких разных. Вот такая вот керамическая форма. Я давно искала. Так, вот батарейки.
На этом все. Я надеюсь, я все показала. Тут затерялась еще одна подстилочка. Можно ее ко всему, к остальным положить. И еще батарейки. Так, это наш чек. Так, в общем, всего все показала. Завтра мы поедем за мебелью. Уже завтра возьмем мебель. Мы уже определились со стеллажом, который мы ставить будем сюда. И помните, я показывала дырявый стеллаж. В общем, но мы еще думаем с цветом. Лео мне говорит, что он хочет черного цвета, а я говорю белого. Сегодня же у нас день с Максом, кстати, он уехал уже с папой. Они пока поехали в магазин игрушек, если я не ошибаюсь. И сейчас они приедут, и у нас в планах, если получится, надеюсь, что получится, мы же должны с ними как-то где-то погулять. В прошлый раз Каролина не захотела, ей было неинтересно, она была вся в игрушках, все, ей больше ничего не нужно было, никуда не играть, не гулять. Заканчивается учеба в 3, ты гулять хочешь? У Каролины уже сейчас учеба закончилась, поэтому они сейчас приедут. И там уже мы решим, посмотрим, куда мы поедем. Я хочу сейчас помыть эти баночки стеклянные. И потом туда налить варенье или мед. Вот. Открою. Эти тоже. Они такие вот интересные. Они могут вот так стоять, могут так стоять. Тоже надо помыть. Эту корзину не знаю пока куда поставить. Может быть, мне сюда все тряпочки сложить. Так вот. Берем и закрываем. Все, пока так. Так, теперь только куда поставить? Сюда не поместится. А нет, поместилось. Поместилось сюда. Жалко такую красоту прятать за дверь, но ничего, пока тут стоит. Чайник. Ну все, теперь я буду хоть нормальный чай заваривать. Помыть. Я, кстати, заказала на китайском сайте искусственные цветы. Пионы. Очень красивые. Ну, надеюсь, они такие же, как и на фото. Я поставлю их как раз вот в эту вазочку. Они такие небольшие, невысокие. Машинка. Гоночная. Макс, ты управляешь? Умеешь управлять? Который... О, это снимается. Ай! Ксюш, пистолет Fortnite. Маленький. Пустые, я смотри еще. Угу. Что, метится? Угу. Vamos afuera donde la escuela y a probar eso. ¿Entiendes? Te voy pronto. Ничего себе, прям дуло какое. Папа, из такого большого дула вылетают такие маленькие пульки. Мы поехали. Куда мы поехали, Макс? Поехали смотреть Феррари. Скорее всего, там только Феррари, больше других нет, но все равно. Макс любит такие машины. Ух ты, вон они там на улице стоят. Макс, видишь? Феррари! Вау, ну, хотел показать, какую новую. Да. Очень новую. Очень новую. Давай. Окей. Ты разбираешься в машинах? Да? Ты знаешь, какая новая, старая? Модель? Нет, я знаю, какой новенькая. Очень новая. Ну, хорошо, покажешь. Сейчас пойдем посмотрим. Какая дорогая самая? Ну-ка, давай проверим. Нет, а это продается, а это не продается, это с номером уже 188 тысяч. Какая тебе нравится больше? Это? Такую хочешь? Круто. Какая красная машинка там стоит. Крутые машинки. Мне дождь капает. Пойдем погуляем немножко. Нет, дождика нет. Ксюше нравится эта машина. Гелендваген. Дамаса. Ну что, мы вернулись домой. У меня села батарейка, поэтому
Я не смогла ничего заснять. Немножко прогулялись по городу, и время уже почти 9. Какой почти уже 9? 9 часов мы приехали домой. Максу подарили такой вот плакат, постер с Феррари. Теперь нужно купить рамочку и в рамочку вставить. Красиво очень. Тебе понравилось сегодня? Да? Что тебе больше понравилось? Игрушки покупать или Феррари смотреть? Игрушки? Игрушки покупать, скажи. Феррари мне не купили еще, игрушки купили. Да вырастешь, обязательно купишь. Что ты там, мячик, да? Мячик, где мячик? Бонни, мячик. Мячик. Мячик, где мячик? Все уже спят, мы пойдем спать. Да, Бонни, спокойной ночи. Всем пока. Пока. Пока, я скучу. Пока. Пока. Пока.